Все мы знаем, что экономический кризис – это резкое ухудшение экономического состояния страны. И, конечно, этот кризис в конечном итоге приводит к снижению уровня жизни, качества жизни населения. Конечно, всех волнует вопрос, а что у нас в округе будет сделано для того, чтобы эти последствия экономического кризиса были менее ощутимы простым человеком, да и теми организациями, предприятиями, которые существуют на территории Ненецкого автономного округа. Так получилось, что экономический кризис в России совпал с теми реформами, которые сегодня в российском образовании происходят. И, конечно же, это коснулось еще и тех преобразований, которые происходят в нашем регионе, в нашем округе. Я говорю о решении передать муниципальные образовательные организации новому учредителю Ненецкому автономному округу. И, конечно, сегодня я могу сказать, что мы еще глубоких выводов сделать не можем, плюс это или минус. Но, тем не менее, буквально на днях состоялась встреча педагогического коллектива с губернатором округа Игорем Викторовичем Кошиным и его заместителем, руководителем Департамента образования, культуры и спорта Галиной Брониславовной Медведевой, где были обозначены те проблемы, которые сегодня, в частности, в нашей школе существуют. Тот круг вопросов, который был задан, а это вопросы, конечно же, и здания нашей школы, конечно же, штатное расписание, конечно же, подготовка к принятию новой системы оплаты труда, многие другие вопросы, среди которых и сколько первых классов будет открыто в новом учебном году, какова судьба профильных классов. Все эти вопросы были заданы. На все эти вопросы, насколько это возможно, мы получили ответы. Но порадовало то, что губернатор заверил нас, что все вопросы готов решать конструктивно, причем совместно с администрацией школы. И мы очень будем надеяться на то, что все риски экономического кризиса будут минимизированы. Наша же задача сегодня, наверное, не терять присутствие духа, с оптимизмом смотреть в будущее и верить в то, что если мы будем вместе работать, то все у нас получится.